День защитника Отечества – еще один повод вспомнить подвиги героев военных лет, почтить их память и поблагодарить за мирное небо над головой. В канун праздника на мемориальном комплексе Кургана Славы прошла торжественная церемония возложения цветов и венков. В этот день мы вспоминаем и чествуем героическую историю нашей армии. Говорим о героизме и патриотизме российских военнослужащих. Отдать дань памяти воинам и возложить цветы пришли жители города, работники общественных организаций и школьники. Воспитание военно-патриотического характера в подрастающем поколении – одна из главных задач государства. Мне очень нравится то, что сейчас в данный момент пришло очень-очень много школьников, которые читали это по истории и так далее. И когда они видят воочию те места, где захоронено, а у нас здесь захоронено 1300 солдат Красной армии. 21 февраля к памятнику павших солдат легли красные гвоздики – символ военной победы. Эти цветы олицетворяют свободу, мужество и пролитую кровь. Ими же выражают почтение и благодарность. Ксения Вьюшкова, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Десна ТВ.